В 2023 году на улице Алексея Яковлева в Ставрополе появится новый детский сад площадью более 6,5 тысяч квадратных метров. Учреждение сможет принять 300 дошкольников уже в мае. Работы ведутся по национальному проекту «Демография». Проверить качество и ход строительства приехал депутат Ставропольской городской думы Сергей Медведев. Темпы работ высокие, работа выполняется качественно. Мы сегодня уже прошли и видим, что фасадные работы выполнены на 60%, кровля на больше, чем 90%, система пожарной безопасности уже 80% и благоустройство 40%. На объекте уже выполнены отделочные, кровельные и фасадные работы, а также работы с технической проводкой. Осталось провести коммуникации, озеленить участок и установить систему безопасности. Работы выполняют сейчас также по водоснабжению. Выполнена у нас разводка на 70%. Пожарная у нас сигнализация 70% выполнена. Строители работают с опережением. Завершить планируют к маю следующего года, но с такими темпами закончат намного раньше. Сабина Гурбанова, Никита Лукьянченко и Максим Квитковский. АТВ Ставрополь.